Так я готовлю картофельное пюре уже лет 30. Все как всегда. Подготавливаем картофель к варке, солим, но небольшой секретик. Чесночка добавляем и ставим варить до готовности. Не забудьте посолить. Сливаем с кастрюли воду, добавляем масло. У меня сливочное. Чеснок я не убираю. Добавляю стакан теплого молока. И вот так взбиваю. Многие взбивают блендером. Можно и блендером. Пюре получается ароматное, пышное. Вот так я готовлю по старинке. Всем привет! Пюре готово. Но это ведь гарнир. А что будет к гарниру, я вам сейчас расскажу. Не так давно, недельку назад, я увидела вот такое чудо в морозилке в магазине «Монетка». Если честно, я никогда в морозилке не видела такого. Оказывается, это пресервы. Доброфлот вкусные консервы, качественные. Они изготовлены в городе Находка. И оказывается, их нужно хранить в морозилке. Ну, честное слово, не знала. Вот, при вас первый раз в жизни я открываю пресерв. Я по-старому открою. Во! Видно вам? Так. Очки-то можно снять. Так. Зачем я ложку взяла кофейную? Ух ты. Подождите, сейчас я приду. Я пришла. Так. Я специальное полотенце постелила. Пресерва. Как пишут, пресервы отличаются от консервов тем, что они не подвергаются термической обработке. Ну, как бы мы такое видели, ну, именно вот в такой банке, именно в морозилке, первый раз в жизни, а я ведь давно живу. Рыбка мне понравилась, но соль для меня идеальная. Все хочу вам рассказать. На Озоне... Я уж не помню. Ну, за копейки. Вот такие шапочки. Ну, не на голову, а для продуктов. Вот так накрываем. И я ставлю в холодильник. Пишут, что после вскрытия можно хранить в холодильнике 48 часов. Но она у нас не простоит столько. Всем приятного аппетита!